Все здорово. Количестве собрать родителей в связи с коронавирусными ограничениями. В этом году, слава богу, это перешло в обычную инфекцию у нас, в разряд обычной инфекции, поэтому сегодня мы можем с вами встретиться и провести такой концерт. Я думаю, что в следующем году этот концерт станет у нас традиционным, и в следующем году выступающих у нас будет значительно больше. Так что как-то осторожно в этом году, ребята, я уже сама вас отсылала посмотреть номера, чтобы они какие-то номера представили. Итак, мы начинаем с удивительного строго, как получилось, да? Я надеюсь, что ваша победа снег засыпал город наш. Но это кажется досаднейшей ошибкой, потому что все вокруг согреты женской потрясающей улыбкой. Значит, вот она, весна в разгаре, царство, ни больше, ни меньше, с королевской щедростью всем дарит первый свой подарок праздник женщин. Пусть тепло настанет, и уйдут морозы, пусть подарит небо.
пожалуйста. Давай я сначала объявлю. Я Димина бабушка, Анастасия Леонидовна. Мы с Димой занимаемся. Но правда, первый год. Сегодня только еще первый год занятий. Да, вот поэтому как проба говорим, что это будет проба. Ну вот, а вы знаете, дети, что такое арфа? Да. Да. А как она появилась в античности? Вы знаете? Однажды стрелок из лука обнаружил, что тетива издает звук. И тогда он натянул еще одну тетиву на свой лук, а потом еще одну. И получилась арфа, трехструнная лира. Ну вот сейчас я Диму устрою. Да, вы знаете, что я еще хотела вам сказать, что я тоже училась в вашей школе. Видите, я сейчас вернулась спустя 50 лет, почти. Школа очень изменилась. У вас такая стала красивая школа, что просто даже я ее совсем не узнала. Я заглянула в столовую, там расположение все то же, что и было у нас. Но, тем не менее, школа очень изменилась, и я очень рада, что наша родная школа процветает. Вот для того, чтобы играть на арфе таким еще небольшим детям, нужна целая конструкция. Видите, я вот принесла эту конструкцию. Сейчас надеюсь, что Дима на ней расположится. Давайте, полагайся. Придется мне его держать. Нормально? Так, первую пьесу мы с вами сыграем для вас. Называется «Радуга». Написал ее композитор Гедике. Отправимся в путешествие в далекое прошлое с помощью современной музыки. В этой пьесе есть современный спецэффект.
похожи на наших замечательных мам. Лида выходит, Маша и Дима. Если поет мама песню, то ей вторит веселый и звонкий ручей. Так и должно быть, что дорого нам, напоминает всегда наша мама. От души споем сейчас песню мамочки для вас. О красивых, дорогих, милых, добрых и родных. Пусть узнает целый свет, что добрее мамы нет. Все готовы выходить? Да. Бывают на свете мамы ребячьи, собачьи бывают.
бывают. Бывают кошачьи. Но каждая мама для сына родного сложнее всего. Честное слово. Нежные слова в букет собрать хочу. Самый лучший в мире мамочки вручу. Ленту любви я завяжу его. Нет дороже мамы в мире никого. За любовь, за ласку, за бесценный труд. Пусть мои букеты для нее цветут. Людям смех, у солнца ласкового для всех, у больших кивающих нам сынов, и у песни папиной, что без слов. У всего открытого нам вокруг, но сперва у маминых добрый слов. Вот у кого мы добротилки. День 8 марта, мамочки любимые. Подарю я солнце, лучик затогрит. Пусть коснется лучик маминой головки. Щечку поцелует нежно и неловко. Через тучки прямо ветерок игривый. Обогреет мамы золотистой гривы. Глазки защекочет, весело играясь. И проснется мама, солнце улыбаясь. Следующий. Варя Ванейкова. Thank you.
помощью рук мы едим, с помощью рук мы что-то с вами стряпаем, что-то делаем. А вот лоба нам откроет секрет, для чего еще нужен человек. Мне во сне частенько снится, что подпрыгну и лечу. В небеса взлететь, как птица, я давно уже хочу. Или нырнуть в глубины моря, в лабиринты тайников. Плавать рыбкой на просторе. Жаль, что я без плавников. Так устроена природа. Есть у рыбки плавники, крылья птицы для полета. У людей же две руки. Берегут меня от скуки, любят строить, рисовать. А еще нужны мне руки, чтобы маму обнимать. Вот еще. Девочки наши хозяйственные любят они и шить, и вязать, и другие дела важные делать. А еще они очень любят готовить. Вот сейчас мы узнаем, какой прекрасный суп приготовили девочки для мамы на 8 марта. Вероника, день 8 марта маме суп сварить решили сами. Две сестренки, хохотушки, неразлучные подружки. Вот уж мама удивится, будет дочками гордиться. Перестанет нас ругать, станет взрослыми считать. Достают они пустую двухведерную кастрюлю. Надо бы воды залить, чтобы ее накипятить. Кружкой воду наливают, кипятильник опускают. Сели отдохнуть на миг. Пусть вода пока кипит. Положили пачку соли, масла сливочного в воду. Видно мало, не беда, маргарин кладем туда. Макароны и спагетти, холодильники, котлеты, колбаса пойдет и жир, и грибы пойдут, и сыр. Надо бы еще картошку, рыбу жареную немножко, перец молотый и лук. Ох, и вкусный будет суп. Вот не знаем, как нам быть, дрожжи надо положить. Вот. Мы с сестрой делили маму, громко спорили с утра. Я кричу, моя упряма, нет, моя, ревет сестра. Мама весело смеялась, мама нежно улыбалась, обнимала нас, глупышки, обе вы мои малышки. Мы с сестренкой помирились, мирно жить договорились. Нет обиды в нас ни грамма, ни раздельной будет мама. Вот, мама не делится на части. А Слава у нас настоящий джентльмен. У нас еще в будущем, на следующих концертах будут джентльмены, мы их увидим. Но вот такой мальчик смелый, который маме может в любую минуту помочь. Сейчас он расскажет историю, которая произошла мне дома. У нас в квартире свет погас, авария случилась где-то. Я тотчас за руку взял маму, а то ведь страшно ей без света. С трудом подсвечник со свечой в кладовке удалось найти нам. И за руку держал я маму, боялась мама с непривычки. Затем на кухню мы пошли, там на плите лежали спички. И за руку держал я маму, боялась мама с непривычки. Свечу зажгли мы наконец, и сразу веселее стало. Но за руку держал я маму, пусть успокоится сначала. А вскоре загорелся свет, и стало нечего бояться. Но мамину оставил руку, а то еще начнет стесняться. Вот она. У нас традиционно будут присутствовать на концерте в следующем году, скорее всего, тоже мальчик с девочкой, которые очень любят поспорить, кто главный, женщина или мужчина. И вот я послушала их разговор на перемене и решила их пригласить к нам на концерт, тоже, чтобы они рассказали тоже главное, как они считают. Пожалуйста, Миша. Миша, выходите сюда.
мой папа чемпион. Ходит он на стадион. Он кидает кверху гири. Будет самым сильным в мире. Хоть мужчины и сильны, не умеют печь блины. Вы мужчины недотёпы. Вас воспитывать, учить. И петрушку от укропа в несилах лечить. Кстати, дома кто стирает? Бог нам вам талант не дам. Телевизор подлетает, вы ложитесь на диван. От мужчины нету толку. Это нам талант не дам. Кто прибил для книжек полку? Починил на кухне кран. Больше варить вам неохота. Не пожарите котлету. Могу драть бы на работу. Ну, а вы же как ты. Ты колючая заноза. Плохо знаешь, что мужчин. То и дело льете слезы, а к тому же без причин. Ты колючие слова говоришь и робеешь. Папа в доме – голова. А мама в доме – шея. Эх, в буфет я не успел. Вот всегда девчонки эти оторвут от важных дел. Нет, еще не надо в споре, в коридорном разговоре. Кто сильнее и кто важнее. Мамусик, нужнее. Я надеюсь, что мама не воспринимает всерьез наши разговоры. Но есть такая книга «Вредные советы» Григория Острова. Вот наши ребята выучили некоторые стихотворения из этой книги. Итак, давайте послушаем. Миша, Паша, Макар, выходите сюда, постоянно, девочки. Все. Вот они такие вредные советы подобрали. Оша, Ева, Лиза, Рося. Сейчас мы узнаем, о чем они думают. Для мамы будет некоторых секрет, если не... Давайте попробуем микрофон, да, а то что-то очень тихо. Попробуем. Будь вежлив с мамами друзей, здоровайся, входя. Сердитых слов не говори, по пустякам не спорь. Ногами топать и кричать на мам чужих нельзя. Ведь есть у каждого из нас для этого своя. Правильно, не надо на чужих, лучше на свою. Часто мама обещания не приводят в исполнение, но не стоит огорчаться, обижаться и ворчать. Если выполнить придется маме все, что обещала, то боюсь, живого места ты на попе не найдешь. Если сына отмывая, обнаружит мама вдруг, что она не сына воет, а чужую, чью-то дочь, пусть не нервничает мама. Ну не все ли ей равно? Ведь никаких различий нет между грязными детьми. Действительно, да. Если вас поймала мама, заяви им дело ваше, на помест за рисованием, на обоев коридоре. Объясните ей, что это ваша пышность мамата. Называется картина милой мамочки портрет. И нечего говорить о том, что просто так рисуем на обоев Ева. Это серьезная часть стихотворения, вот внимательно, да, слушайте. Если вы гуляли в шапке, а потом она пропала, не волнуйтесь, маме дома. Можно что-нибудь собрать, но старайтесь врать красиво, чтобы, глядя восхищенно, затаив дыхание мамы, долго слушала про нее. Но уж если вы собрали про потерянную шапку, что ее в бою неравном отобрал у вас шпион, постарайтесь, чтобы мама не ходила возмущаться. Иностранную разведку там ее не так поймут. Когда твоя родная мать ведет к зубным врачам, не жди пощады от нее, напрасных слез не лей. Молчи, как пленный партизан, и стисни зубы так, чтоб не сумела их рожать толпа зубных врачей. Вот какие у нас дети, да, следующий ясен.
А это случай из магазина. Если мама в магазине вам купила только мячик и не хочет остальное, все, что видит, покупать, встаньте прямо, пятки вместе, руки в стороны расставьте, открывайте рот пошире и кричите букву «А». И когда, роняя сумки с воплем, граждане, тревога, покупатели помчатся с продавцами во главе, к вам директор магазина подползет и скажет: заберите все бесплатно, пусть он только замолчит. Да, постарайтесь реже маме попадаться на глаза. Никогда не знаешь, что ей завтра в голову придет. То картошку ей заставит, то причесывать начнет. Или вдруг подкраться сзади и послать за молоком. Или выскочить из кухни и отправить руки вниз. Нет уж, лучше с этой мамой не встречаться никогда. И так я надеюсь, что вы вообще не подходите. Спасибо, подходите. Нам следующий музыкальный подарок Миша приготовил нам. Да, пожалуйста. Sing a song for the broken hearted. Всегда с нами рядом. И есть у нас замечательные бабушки, которым мы тоже сегодня хотим сказать добрые слова. Алишенька, вы хотите вас? Я уселась и сижу, и гулять не выхожу, телевизор не включаю, отказалась я от чая, не хочу ни есть, ни спать, буду бабушку я ждать. Почему же не пришла? Может, срочные дела? Может быть, она устала, прилегла и захворала. Кто же даст больной таблет, кроме добренькой соседки? Может, помощь ей нужна, ведь живет она одна? Все, решила, побегу, я сама ей помогу. Вдруг я слышу тук-тук-тук, это в дверь бабулин стук. Здравствуй, милая моя, обниму ее любя. Знает пусть весь белый свет, что родни бабули нет. Бабушку. У бабушки руки волшебные, а мороки просто искусные, решают дела ежедневные, и блинчики стряпают вкусные. Чаек и варенье душистое всегда ждут нас в доме у бабушки. Пусть счастье большое, лучистое, всегда будет с бабушкой рядышком. Наши ребята приготовили. Слушай.
очень-очень-очень любим вас. Thank you.
Ну, мы просто поздравили вас, поздравили бабушку. А еще у нас девочки поздравляют на 23 февраля мальчиков. За желание им, как будущим защитникам страны, дать доброе пожелание. Но мальчики тоже за ответом не останутся. Итак, пожалуйста, Макар, Глеб, Марк и Дима. Девочки, мальчики очень волнуются. Да здравствуй, девчонки, с косичками небес, пусть солнце улыбнется вам из голубых небес. Мы всех вас поздравляем и просим не сердиться, не всем же удается мальчишками родиться. У нас в классе вот так раз больше девочек, чем нас. Есть нас даже выше ростом, и с ними нам не так уж просто. Мы порой не замечаем, как девчонок обижаем, и тетрадки отнимаем, и за бантики таскаем. Но за все, в чем виноваты, вы простите нас, девчата, и держите зла на нас, все равно мы любим вас. Старались, да, делать их красивые газеты. Мальчики нам тоже обещали не подкачать. Мы ждем газет, а то девочки каждый день заходят в класс и не видят пока газет. Мы их мальчишек ждем. Ну, на этом наш концерт заканчивается. Мы еще раз всех наших любимых женщин поздравляем с наступающим праздником, желаем им самого хорошего, самого доброго всего. Самое главное – хорошее настроение и крепкого здоровья. А все остальное приложится. И сделают наши... Там, по-моему, на репит просто не поставилось в этом программе, и все, они и не понимают. Там было 2 минуты, а на репит у них поставилось и заново. Там была версия 4 минуты, минута 59, я маленький. Ну да, здорово, так она еще не понесла. Миша! А на репит что ли пошло? По-моему, так было задумано. На репит пошло. Круто. Ну, да, видите, круто, не растерялась. Молодец. Артистизм. Жить 24. До свидания. Санкт-Петербург, гимназия номер 24, имени Крылова. До свидания.